Здравствуйте, Элеонора Александровна, я вновь пришла к вам за помощью. На прошлых выходных мы с моей сестренкой смотрели фильм «Мэри Поппинс. До свидания». И песенка о Бродобре еще долго играла у нас в подсознании, и мы пели ее дома. Я вот хотела вас узнать, кто же такой этот Бродобрей и какие синонимы у этого слова есть? Бродобрей, бородубрей, да, понятно, чего брить, и вообще понятно, что делать с бородой. Слово старое, синонимов у него много, но синонимы все заимствованные. То есть заимствованные слова. Это, наверное, что? Цирюльник, парикмахер, куафер, ну или куафер говорят, что, в общем, тоже ничего. Человек, который бреет бороды. Но это не просто бродобрей, в его обязанности входила возможность, например, вырвать человеку зуб, полечить коленку, вправить сустав, пустить кровь. Этим очень увлекались люди, которые были в этих самых цирюльнях. Потому что считалось, открыв кровь, ты помогаешь организму справиться с каким-то серьезным заболеванием. Но бродобрей – очень старая профессия, хотя, допустим, в русском варианте это профессия примерно с века 18-го, с начала правления Петра I, когда он решил цивилизовать своих подданных и показать им, как нужно жить. То есть это просто внешнее подражание европейскому стилю жизни. Бороды начали брить еще в Древнем Риме. И римляне очень любили это дело, потому что считалось, что человек без бороды – это тот, который не варвар. А варвар – барбар, да, это и есть тот человек, который с бородой. Николай Гоголь, который жил долгое время в Риме, известно, что там он писал многие свои известные тексты, заметил, что изредка мне попадалась лавка бродобрея с нарисованными лилиями. Ну, это просто цитата из его текста, который так и называется «Рим». И, ну, вот это свидетельство того, что все-таки бродобрей был достаточно заметной фигурой. Спасибо большое, Элеонора Александровна. Теперь наш словарный запас пополнился еще на два слова. Это бродобрей и цирюльник. Всем хорошего дня. Пока. Пока.